Друзья, хочу вам показать, как выглядит бакалавоз. Смотрите. Кровать здесь. Ну, тут уберется чуть-чуть, он подушечка. Просто берлога какая-то. Так, друзья, мероприятие завершено. Блин, стекло какое-то грязное. Движуха нормальная. Сейчас будем стартовать на Прилуке, потом на Киев. Так, первые метры на этом болиде. Land Cruiser 79. Обалденный аппарат. КЗ. Наступаешь, едет. С новым фильтром, да, вообще повеселее. Топливный. Забивался. Меняли, опять капать начало. Хорошо, хоть днем не капало, да, погода. С погодой повезло. Печку чуть меньше, наверное, сделать, что-то сильно поливает. Да, классный аппарат. Привыкание практически не требует, как ни странно. Хотя машина специфическая. Просто как в УАЗике. Друзья, лечу на этой 79-й. Пролетел уже километров 200 с гаком, наверное. Где-то уже поворот на Прилуке, близко Перятин. Просто дорога, ну не везде пока сделали такую, но просто как в другом мире вроде находишься. Все, смотрите, тут дренажи выкопаны. Сбоку, ты видишь, прокопано, да? Чтобы уходила водичка. Разметочка. Качество асфальта просто нереалово. Не знаю, сколько простоит, но думаю, долго просто. Мы в прошлом году, я видел, как ее делали, когда ехали в Харьков, в МРФ в прошлом году. Просто слой асфальта какой-то нереальный, там бетона, чего там везде. Да, все можно сделать, было бы желание. Не стырить, а сделать. Хорошо идем, машина бесподобная. Вообще еду просто, ничего нет электронного. Даже стеклоподъемники ручные. Я не помню, говорил или нет. Оффроуд был просто бомбезный. Под впечатлениями все. Спал 3,5 часа где-то максимум я прошлой ночью всего. Ну, сейчас едем, разговариваем. Сейчас мне 150 на бэхе семерки. Надо с Прилук будет в одиночку ехать. Не знаю. Потихоньку сейчас кофе попью. Потихоньку поедем на круизе, поставим 90 и аккуратненько доедем. Да, дорога как в Германии, можно сказать. Так, теперь я экскурсию Бакалу по ночным Прилукам. Доехали нормально, покатался 370 или 60 км на этом, на 79-ке. Огонь машина. Долетели. Да не, ну BMW тоже хорошо, но тут как-то за счет ямы можно не объезжать, короче. Блин, тут ты меня 120 вез по этой улице. Сутки назад, да? Подожди, я пристегнусь, Игоречек. Ё-моё, какая скорость? Мы куда мы едем? 105. Охренеть, тормози ты. Что там, он кто-то едет? Ну, спи, ну успокойся, я ж дома, это же не в Киеве. А, тут знают, что ты едешь, конечно. Да? Тормози ты. Прошла перед глазами раз 14. Мы тут на мигающий зеленый прошли. Ёханый баба, Игорь, мы на двух колесах едем. А, нет, тут нормально. Ты шо? Да? О, вот этот знакомый перекресток. Забрали Леху. Опять прямо на Харьков. Опять прямо на Харьков уже? Да. Точно это на Харьков? Уже вылетаем на Харьков. Фух, блин. Игорь, я тебя прошу, блин, заправка, ты собьешь. Чуть больше. Такой, да, чуть больше уже. Такой тур у нас интересный получился. У меня штука КМ, да, у вас 720. Да.
Да, вот и приехали, все хорошо. Осталось мне долететь куда? Туда во двор заезжаем? Да. Осталось мне долететь до Киева 150, и все хорошо. Так, друзья, монстр, жесть тур, Песочин, Харьков завершен. Вот на такой машинке мы ездили, БХ-7 тут. Фух, сейчас буду тулить еще 150 км, ну, только начало 12-го нормально долетели, за 5 часов получается ровно, да? Да. Ровно 5 часов, ну, нормально долетели. Все, друзья, в БХ-7 четко идем, опять в другом мире, все равно, конечно, комфорт отличается в любом случае, но 79-я четкая машина, какие делали машины раньше, это уже я отношу не совсем к тем, что раньше, это переходная между металлоломом и хорошими. Ну, ближе к хорошим, конечно, но хотя такой спорный вопрос. Все, всем пока. Поехал в Киев. Где-то 12 час. 150 до дому.